Вот. Перейду сразу вот к замечаниям. Естественно, буду смотреть листочек. Уж теперь в камеру не смогу, простите. Нелинейный. Уйти от живописи к скульптуре. Так вот, история, которую сегодня нам рассказала Агнешка, абсолютно точно соответствует скульптуре, объему. Мы услышали все. Это был пример сторителлинга. Была экспозиция, была завязка, драматическое действие и развязка. Вот как зону роста я, как сегодняшний наш президент, советую усилить кульминацию. Как я уже сказала, это добавить эмоции, сопротивление, какого-то, может быть, стресса.